На фоне нарастания четвертой волны коронавируса региональные власти напоминают о необходимости соблюдения масочного режима. Это касается любого пребывания в общественных местах, железнодорожных и автовокзалов, административно-деловых и торговых центров, объектов розничной торговли, организаций культуры и медучреждений. Транспорт не исключение. Скоро исполнится ровно год, как в общественном транспорте Тверской области введен масочный режим. Четвертая волна коронавируса показала, что ношение индивидуальных средств защиты очень актуально и сейчас. Компания «Транспорт Верхней Волжи» регулярно напоминает об этом пассажирам. Мы активно информируем наших пассажиров о необходимости ношения масок в транспорте. На мониторах в автобусах транслируются видеоролики об этом. И на самих транспортных средствах размещены соответствующие стикеры. Одним информированием дело не ограничивается. Хорошо себя зарекомендовали мероприятия по раздаче медицинских масок тем пассажирам, которые забыли их дома. Причем это касается не только Твери. Так, в июле в ходе одной из таких акций порядка 1000 средств индивидуальной защиты раздали в оржевских автобусах. Такое же количество получили в четверг 7 октября и жители областного центра, которые воспользовались услугами транспорта Верхней Волжи. Участвующий в этом процессе контролер Александр отмечает, что люди с пониманием относятся к этим мерам, причем не только из-за коронавируса. На мой взгляд, это очень важно, так как сейчас коронавирус, грипп и всякие заболевания, и надо маски одевать в общественном транспорте, чтобы как бы уменьшить вероятность заражения всякими болезнями, вирусами. Стоит отметить, что Верхневолжское АТП продолжает соблюдать усиленные меры дезинфекции перед запуском транспортных средств на линию. Перевозчик выполняет все необходимые санитарные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения коронавирусной инфекции.